Ну, человек может вести себя глупо, конечно, в отношениях с человеком, который ему нравится, или с каким-то авторитетным персонажем, потому что он все время как бы смотрит на себя его воображаемыми глазами. То есть человек хочет понравиться, человек хочет, так сказать, произвести эффект какой-то. И вместо того, чтобы быть, да, он играет. Играет перед начальником, авторитетом, перед любимым человеком. Что-то вот как-то пытается из себя произвести. Но вы же не знаете, что там за этими глазами, которые вы себе вообразили. Что там в голове у этого человека? Вы думаете, что вы угадаете? Не угадаете никогда. Ситуации разные, время событий разные, настроение разное. Черт в ступе, вы никогда не угадаете. Нужно, конечно, если человек авторитетный, проявлять уважение, но при этом невозможно себя терять. Вот, и изображать кого-то, кем вы не являетесь. Это тупиковый путь.